Ольга, можно вас на секунду? Сидят и девчонки из Пуширай. Сидят ребята, которых пытаются осудить по волшебному делу. Сидит Тася Осипова, ей только что дали 8 лет. Сидят многие и многие. Большое спасибо всем вам, которые пришли сегодня сюда. Большое спасибо музыкантам, потому что все музыканты, которые выступают сегодня, выступают безгонорарно. У нас благотворительный концерт. И все то, что мы соберем сегодня, пойдет на помощь политзаключенным. Политзаключенным современной России. Политзаключенные – это позор современной России. Свободу политзаключенным! Для наших подзащитных, для Кати, Нади и Маши, очень важно любое внимание и очень важна ваша поддержка. От них отдельное спасибо вам, что вы пришли. Питер встретил нас ласково, целым рядом машин полиции и автозаком. Мы были несказанно рады, что увидели все то же самое, что и в Москве. И я думаю, что политзаключенные – это не только наши московские, они общие, они российские. Мы ждем, к сожалению, сейчас еще прибавления в команде политзаключенных и по делу 6 мая. И я очень боюсь этого даже предполагать, но обязана это делать. И по будущим, возможно, делам 15 сентября, потому что все еще впереди. И мы не знаем, на какие провокации способна власть. Не забывайте о тех людях, которые сейчас находятся и будут находиться в следственных изоляторах, а потом в колониях. Пишите им письма, это возможно. Они чувствуют вашу поддержку, с вашей поддержкой им легче. Будьте с ними, и они тоже будут это чувствовать. А вы лучше работайте, где ваши демарши? Ну а теперь музыка. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Почему? В виде концертов, в виде митингов, но гораздо важнее для них осознавать, что их дело продолжает жить, о том, что они сидят не зря. И мы должны своими акциями, своим сопротивлением сказать им о том, что они все делали правильно и поддержать их в этой сложной ситуации. Первая песня «Пламя свободы».
утирает, поднимает тревожные вопросы о росте тоталитаризма и разрушении свободы в путинской России. Я искренне восхищен тремя участниками Pussy Riot, их смелостью и принципиальностью. Свободу Pussy Riot. Салман Ружди, Лондон, 2012 год. Еще один человек находится в Москве, это главный проводитель всех корпоративов. У нас же есть корпоратив, правда? Я уже наслышался всяких слов по поводу того, что нужно сделать с теми, кто сюда пришел и кто находится на этой сцене. Я позвонил этому человеку, который славен умением проводить корпоративы, и он сказал: «Дима, никакого гонорара, никаких проблем. Алло, Ксения, ты с нами?» Да. Что? Чем больше мы будем давать их в общественных обсуждениях и создавать резонанс вокруг абсолютно несправедливого приговора, тем больше у нас шансов переломить эту ситуацию. И сейчас мне кажется очень важно, чтобы каждый как мог, сколько мог, помог политикам. Я полагаю, такие есть и в этом зале. Мы сыграем новую песню с нашего нового альбома «Ультиматум», который выйдет осенью. Стукач! Вообще практически невозможно произносить какие-то слова, потому что музыка, что это такое? Это музыка и молитва, это слова, сжатые в 10 миллионов раз. Да, да, поэтому вот панк молебен Богородицы Путина «Прогони», прозвучавший в одном московском храме, произвело такое ужасающее впечатление на Владимира Владимировича Путина и заставило его безумствовать гораздо хлеще, чем два номера назад здесь безумствовал Леха Никонов. Да, то есть после скромного панк-молебна группы Pussy Riot Владимир Путин и все российское правительство устроило настоящий панк-молебен для России и для всего мира, который показал всем-всем-всем, что российское государство вполне себе не разучилась охуевать. За что же вы засадили панк-ансамбль? Сестренок Машу, Катю и Надежду. С детьми подразлучившие их притом. Ведь вас просили музыканты, артисты разные, поэты. Быть все же милосердней, но сэр Полушка сыровой не указ. Она послушала Ваенгу, Волочкову, Валерию, Газманова, Кобзона, Никиту, сына гимнописца, и зачитала свой позорный приговор. 2 года лагерей за оскорбление веры,
святой, навечно выбранный тандем.